Внимание, внимание! Работают все радиостанции Российской Федерации. Наш микрофон установлен на центральной площади славного города Железногорска, где с минуты на минуту состоится торжественное открытие главного ледового городка. Сотни ликующих железногорцев с волнением в сердце ожидают начала церемонии. В гуще народных масс находятся известные люди города, почетные граждане, ветераны, родители, дети и многие другие. Звучат фанфары. Воздух поднимаются сотни шапок и валенок. Это горожане восторженно приветствуют по китайскому календарю главный символ наступающего Нового года – золотую крысу. Встречайте! Привет, железногорцы! Я пришла, чтобы поздравить вас с наступающим новым 2020 годом! Дорогие мои железногорцы, я уверена, что в новом году, году, который носит мое имя, вас непременно ожидает счастье. И я не прощаюсь с вами. Мы еще увидимся. Внимание, внимание! Мы продолжаем наш репортаж с центральной площади города Железногорска, где сотни людей с волнением в сердце все еще ожидают начала торжественной церемонии открытия главного ледового городка. Звучат фанфары. Воздух поднимаются сотни шапок и валенок. Это горожане восторженно приветствуют появление на сценических подмостках Деда Мороза и елки-палки и семерых снегурочек. Мальчишек сколько? А я хочу на пони покататься. А я на каруселях. А где карусели? Вы что себе позволяете? С минуты на минуту для открытия церемонии сюда прибудут первые люди города. А вы? Высокопоставленные люди? Чудо! Чудо дивное! Ой, как интересно! А можно я скажу? Добро пожаловать! А можно я с ними прокачусь на горке? Лучше на пони!
он впереди в бурке, в папахе. Цок-цок, цок-цок, а я позади с шашкой. Эгегей! Какие еще пони? Цок-цок. Он не любит пони. Карусели! Только карусели! Мы будем с ним кружиться, кружиться! Равняйсь! Смирно! Я вам покажу пони-карусели. Мало не покажется. Церемония презентации главного ледового городка и ритуал включения праздничной иллюминации – это важнейшее официальное мероприятие, требующее тщательного соблюдения протокола. Дедушка, а нельзя ли попроще? Ум за разум заходит, честное слово. У меня аж испарина на лбу выступила, а у меня голова закружилась. А у меня коленки затряслись. И в боку заколола. Глядите, вон, даже пони испугались и убежали. Смирно, пони-кони-пельмени. Запомните, вы здесь всего лишь антураж, праздничный фон, поэтому никакой самодеятельности. Как только официальный кортеж прибудет в зону нашей площадки, начинаем читать лид-монтаж. Текст выучили? Точно так! Не точно так, а так точно. Так точно! Дедушка, а у меня в конце четверостишья пропущено одно слово. И у меня. И у нас. Это сделано специально. Эти слова должен произносить наш массовый зритель. Зачем? Это выражение благодарности руководству и строителям ледового городка. А если зрители не отгадают? Отгадают. В отличие от вас, у них ум за разум не заходит. Дорогие зрители, мы сейчас с вами будем репетировать лид-монтаж. А вы уж, пожалуйста, отгадайте недостающие слова. И хором, громко, хором. И хорошо при этом подбрасывать в воздух шапки, варежки. Давайте попробуем. Все вместе крикнем «Ура!» и что-нибудь бросим в воздух. По моей команде приготовились 3, 4. Ура! А еще раз громче и выше. Ура! Спасибо, друзья. А теперь начинаем репетицию. Становись! Фанфары.